Всем привет! Специально для зимнего периода я сделал для вас небольшую подборку крутых и очень полезных товаров для зимы. Они вам точно пригодятся и понравятся. Их можно купить как себе, так и своим друзьям и родственникам в качестве подарка к зимним праздникам. Давайте начинать! Приятного просмотра! Высокие носки с подогревом – первый полезный гаджет из нашей подборки. Если в холода вас не спасают даже шерстяные носки, то попробуйте носки с подогревом. Они заряжаются через USB и подают тепло в область пяток и пальцев. Есть антибактериальная и противогрибковая пропитка ткани. Съемные нагревательные пластины находятся внутри носка, в кармане, над пальцевой зоной, там, где наиболее ощущается холод. Нагревается до 36-50 градусов. Обеспечивают обогрев до 7 часов, зависимо от модели батареек. Вне зависимости от размера ноги, носки удобно сидят на ноге и выполняют свои функции. Кроме того, носки имеют различия в соответствии с левой и правой ногой, что делает их более удобными. Тепло поступает от очень тонких соединений так, что вы не почувствуете никаких неудобств. Перчатки с подогревом – отличное решение для любителей зимней рыбалки и прочих активностей на морозе. Они гарантируют теплые руки, независимо от того, как холодно снаружи. Выходящий в комплект аккумулятор может быть легко убран ниже запястья. При подключении начинается подача тепла в течение приблизительно 2 часов. Нагрев идет в области пальцев и с тыльной стороны ладони. Время зарядки аккумулятора не менее 6 часов. Время нагрева от 2 до 3 часов. Максимальная температура 39 градусов. Перчатки сделаны на 70% из нейлона и на 30% из полиуретана. Подкладка 100% полиэстер. Одеяло с подогревом. Находка для детей и пожилых. А еще ее можно взять на дачу, чтобы уютно устроиться на террасе или балконе с чаем и книгой. Продавец предлагает 3 размера на выбор, а вот расцветка приходит случайная. Зато по вашей просьбе вам могут вложить в посылку переходник на евророзетки. Его использовать очень просто. Перед сном на 15 или 30 минут включите. За это время одеяло вам согреет местечко, и вы сможете лечь в приятно согретую постель. Тепловая пушка. Эта малышка быстро согреет небольшое холодное помещение. Устройство выдувает теплый воздух, никаких опасных нагревательных элементов. Благодаря миниатюрным размерам его удобно брать с собой в командировки и другие поездки. Для улучшения температурных условий на небольшой площади, например, на своем рабочем месте или в небольшой комнате, обычно не требуется дорогостоящих решений. Можно воспользоваться небольшими портативными обогревателями, который просто включается в розетку рядом с замерзающим пользователем. Еще один товар с подогревом – это чехол на руль. Он изготовлен из искусственной замши черного цвета. Замша известна своей износоустойчивостью. Благодаря этому оплетка руля с подогревом прослужит долго. Надо отметить, что по такому материалу руки не скользят, поэтому повышается безопасность вождения. Такую оплетку можно не снимать и использовать ее постоянно, включая функцию подогрева. Надевается и снимается чехол очень просто. Не требуется возиться со шнуровкой или другими хитроумными застежками, экономя тем самым драгоценное время. Работает от прикуривателя и легко надевается на руль диаметром 39 сантиметров. Снежный самокат. Это отличное развлечение в заснеженных парках. В нем нет электроники, батареек и сложных конструкций. При этом он легок в управлении и безопасен в эксплуатации. Зимний самокат для снега – это доска с антискользящими зонами шипов для ног и раскладывающимся рулем с удобной ручкой сверху. Если сравнивать самокат с санками, таблетками и ледянками, то он обладает большей динамикой езды при спусках, сравнимой со сноубордом. А кроме того, дает возможность не только скатываться с горок, а также ездить по заснеженным дорогам, отталкиваясь ногой, чего не получится сделать на санках, ледянках, таблетках и прочем. Эхолот для подледной рыбалки. Небольшой портативный сонар подскажет лучшее место для сверления лунок. Заявленная глубина работы прибора до 90 метров при довольно широком радиусе действия, чего более чем достаточно для непромышленной рыбалки. Домашняя метеостанция Xiaomi. Данный гаджет измеряет температуру и влажность в помещении, отображая все измерения на экране с электронными чернилами. Устройство имеет компактные размеры и изготовлено из экологически чистого поликарбоната и акрила, которые не содержат вредных веществ. Передняя панель имеет органичные закругления со всех краев. Помимо индикации температуры и влажности, он показывает общее состояние в комнате, используя один из 6 эмотиконов. Мужской термокомплект.
сделан из потрясающе мягкого и приятного для тела материала с уникальными свойствами. Благодаря использованию специального термополиастера с начесом на внутренней поверхности, оно отлично сохраняет тепло, отводит влагу и позволяет коже свободно дышать. Может использоваться при любых температурах окружающей среды. Подходит как для активных видов спорта, так и для малоподвижной деятельности. Подходит на каждый день. Идеально для альпинизма, горнолыжного спорта, мотоспорта, велоспорта и охоты. Высокая степень износостойкости. Не вытягивается, не кашлатится. Сохраняет первоначальный цвет и форму после множества стирок. Новогодняя гирлянда – отличный вариант декора для праздника, да и не только на Новый год. Ведь такая гирлянда способна украшать квартиру или дом на протяжении всего года. 7 метров светящейся красоты и 50 цветков способны украсить как праздничный стол, так и двери, окна и кровать. Ведь такая гирлянда не зависит от электричества, поэтому хоть панель прибора в машине можно ей украшать. Автомобильные чехлы с подогревом идеально подойдут для любого автомобиля. Позволит вам использовать систему электрического обогрева сидений зимой. Накидка быстро нагревается по всей плоскости. Встроенный термостат быстро и безопасно нагревает накидку. При помощи адаптера накидка подключается к автомобильному прикуривателю, а управление таким гаджетом происходит через пульт. Поэтому не нужно каждый раз вынимать адаптер из прикуривателя, когда вы захотите выключить накидку. Поверхность легко чистится, а материал, из которого она выполнена, имеет высокую устойчивость к повреждениям. А встроенная защита от перегрева отключит ваш гаджет в непредвиденных случаях. Ручная портативная кофеварка для эспрессо – это идеальное портативное устройство, которое поможет вам насладиться любимым напитком даже в очень экстремальных ситуациях. Универсальная кофемашина позволяет использовать любой кофе, что только пополняет список преимуществ карманной экспрессо-машины, ведь вы сможете попробовать наиболее разные виды кофе в любой момент и в любом месте. Такой аппарат подарит возможность наслаждаться ароматным кофе не только дома, но и в офисе или в дороге, что очень порадует настоящего ценителя кофе. Рад был сегодня для вас стараться. Если вам понравился ролик, ставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал. Дальше будет еще много интересного и очень полезного. Вот вам еще несколько видео, которые, я уверен, вам понравятся и вы их оцените. Спасибо за просмотр, хорошего вечера, всем пока!